Медитировал 6 дней и был у каждого из вас в гостях. Каждого. Было все круто, знаешь, как в фильмах. Но я тебе хочу сказать, Серёга, что в фильмах показывают неправду. Я теперь знаю, как снимать такие сцены. Я точно знаю. Все не так. Да, сейчас напечатаю. Сначала я сам себе не хотел верить, когда я зашел в камеру и увидел кровь там на стенах, там вот, матрас с дыркой, которая мне, как показалось, вместе с кровью, он прострелен. Я его поднял, но плитка вроде снизу нет. Ну, черт его знает, плитка побита в некоторых местах, знаешь, и как бы остаться с этим на сутки. И понимая, что, ну, то есть увезли в направлении таком, и что там вообще происходит вокруг. То есть я понимаю, что это центр Симферополя, что там и все остальное, но куда что может уйти на территории там большого военкомата, черт его знает. Сутки с этим жить, но как-то стрёмно. Но еще страшнее стало, когда в камере появился в соседний кадровый офицер, там вот, украинской армии. Я через дырочку, которая там была раньше труба, мы там видели глаз друг друга, там вот. И там познакомились, пообщались, там, ну, как-то так, два слова перекинули, потому что эхо большое, чтобы нас не заподозрили в том, что мы общаемся. И он, ну, так, ну, достаточно в напряжении, очень напряженный. Вот, но на грани, то есть страх я видел в его глазах. Он сказал, теперь главное выжить. Тут мне стало действительно страшно. Все по классике. Не было бы это, конечно, в таком трагическом ключе, но ты прекрасно попадил. Ты знаешь. Хорошая неделька. Знаешь, как это? Разгрузочная неделька. Разгрузочная. Ты не уроды, понимаешь, не уроды. Такие же люди. Такие же? Ну... Такие же, братья. Ну, послушай, ну сколько там их? Вот сколько там, ну их я имею в виду тех, кто родился в Украине, тех, кто дедушка украинец, мама украинка, прадедушка украинка. Сколько их? Да их пол России. В этом плане, да, конечно, но это же не пол России. Взяли, скрутили тебе руки и запихнули их черти куда.